Всем доброе утро, мои дорогие, любимые друзья и гости канала. Сегодня у нас 21 сентября, понедельник, 9:36 утра. Я снимаю для вас влог. На канале меня не было очень давно, довольно-таки. Видео как бы они выходят постепенно, но какого-то актива, ответов на комментарии, каких-то ответных лайков, этого нет. Почему? Сейчас я вам все объясню, куда я пропала, где я, что я делаю, что со мной вообще. Так, у меня есть мед пчелиный. Сейчас мы с вами в кашку добавим, потому что она у меня без сахара. Да, это, кстати, овсяная каша, которая быстро варится. Бананчик и цикорий. Сейчас я меду добавлю. В общем, куда же я пропала? Моя учеба — это ты сидишь каждый день безвылазно у тетради с ручкой. Моя учеба — это когда тебе задают 40 страниц конспекта. То есть надо законспектировать 40 страниц. И это там даже не один параграф, не два, а 10 или 15. Вот. Поэтому учеба отнимает у меня очень-очень много времени. Очень много. Я не успеваю на какие-то другие дела. Например, как канал. Вот. Иногда бывает, что в выходные, вот я бы, например, поснимала, опять же, у меня много учебы. Или, например, я уехала к родителям домой. Вот, и постоянно что-то вот не получается у меня. Я как бы стараюсь там, чтобы видео выходило, но вот не очень-то выходит. Вот. Я, конечно, канал забрасывать не буду, вы не переживайте. Видео будут выходить. Вот, конечно, не так вот часто, как я выкладывала раньше видео, летом. Но будут. Будут, я вам это обещаю. Вот. У меня есть несколько идей пока, кое-каких. Будут также и рукоделия, и какие-то такие развлекательные видео, которые вы любите. Вот. Поэтому ждите, все будет обязательно. Я вас не оставляю. Вот. Я сейчас скушаю кашу. И мы с вами пойдем дальше делать дела. Я села за контрольную работу по математике. Контрольная работа очень сложная вообще. Я прям не знаю. Честно, я ничего не понимаю. Решаю, думаю, ну а вдруг нормально решу. Так получилось, что мы ее решаем дома, не в классе. Вот тут тоже я немножечко набросала уже. Вот, сейчас буду решать. Я, значит, делала контрольную. И вспомнила, что время обеда, решила покушать. Делала омлетик себе, немножко с колбаской. Также сейчас буду готовить супчик. Щи. Сварим наподобие щей что-то такое. Вот. Что-то прям захотелось. Вот. Так, подождите, я вас протру. Нормально? Да, нормально. Вот такого перчика я добавляю всегда, красный, в яичницу. Очень вкусно. А на улице ничего необычного, просто идет дождь. Просто идет дождь. Вот кто-то с маленьким идет в дождевичках. Надеюсь, не увидят, что я снимаю.
Опа. Я уже закинула в воду курочку. Вот она там не видно. Вот там вот курочка. Вот. Пенку в процессе я буду убирать. Вот немножко уже звездочки плавают. А я в это время сейчас буду... Так, сейчас вы постоянно у меня вот что-то с чем-то. Вот, все нормально. Так, а я сейчас буду кушать. Это вот у меня будет обед. Потому что... Очень захотелось кушать. Времени уже второй час почти. Почти два. Это у нас омлет с помидоркой и немножко колбаски. Два колечка. Так, отрезала. Вот. Очень люблю такой омлет. Не хватает только хлебушка. И чай у меня. Сейчас покажу, какой чай у меня есть. Вот у меня есть вот такой. Черная смородина. Кстати, очень вкусный чай. Гринфилд с мариной. И тесс с чабрецом и лимоном. Вот, очень классный чай. Поэтому я сейчас буду кушать. Всем, кто тоже сейчас кушает, приятного аппетита. Вот. Всем приятного аппетита. Уже добавила капусту, морковку, лук, и теперь добавим сюда картошку. В общем, добавила я сюда уже все, капусту, картошку, морковку с луком пережаренные, добавила лавровый лист, перчик, добавила приправу для супа и универсальную. И сейчас укропчика еще добавлю. И суп будет у меня вариться, продолжаться. А я буду готовить ужин. Ужин я буду готовить рагу, капуста, картошка, морковка, лук, в общем, с овощами и с курочкой. Сейчас обжариваем лучок до прозрачности такой легкой. И будем сюда добавлять морковку. Морковку с луком мы обжарили. Теперь это убираем в другую тарелочку. Так, тихонько. Убираем в другую тарелочку. И здесь обжариваем курочку. Курочкой добавляем морковку и лук. Супчик тем временем варится. В общем, суп я уже приготовила. Сейчас иду гладить. Сейчас буду гладить белье. Взяла утюжок. Сейчас будем гладить. Белье я погладила. Такая вот небольшая кучечка у меня получилась. Вот теперь пойду есть виноград и делать тест по математике.